И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Кэт Макс и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 2. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Ребята, на этой карте есть комната, где можно управлять аниматрониками. Нажимать всякие кнопочки, здесь вот у нас что? Toy Animatronics, Misfit, Old Animatronics. Сейчас, ребята, будем все проверять. Мы, кстати, ни разу не нажимали здесь кнопки, давай хоть нажмем. О, слышишь, Димон? Да. Ну что? Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы будем начинать. Кэт Макс, ну что, ты готов жмякать все? Да. А ну слышишь, как он кнопки нажимает вверху? Да? Да-да-да. А, Булунбой пришел. Пошел отсюда. Он может, короче, всех подряд, что ли, вызывать? Да, он, походу, всех может вызывать. Я этого Булунбой прогнал, пнул его. Смотри, там ангел. Так, где? Фу, она исчезла. Да-да-да, она было, да? Смотрела прям в глаза мне. Димас, она тут, она уже в нашем кабинете. О, смотри, а я живой. Ай. Мне такое не берет. Так, у нас челик заговорил, надо выключить его. Опа, шкатулка пошла. Короче, все начинает нападать. Все начинают нападать. Так, все хорошо. Димон, красивая пиццерия, очень. Да? Да. Но я пока не могу выйти, у меня... Я знаю, мама. Один я могу ходить. Димон, нема марионетки, шкатулка пустая. Ой, сейчас еще и марионетка придет. Да, вот сейчас, короче, будет вообще... мясо. Балунбой вернулся. Будет совсем плохо. Так я его прогнал, конечно, он вернется, еще бы. Мужик. Я его пнул, он ушел сразу. Че, кнопки так. Тут тоже понажимали? С подписчиком. Так. Марионетка пришла, но она ушла уже. Димон, так, давай что, хардкор я... сделаю. А, я не знаю. А, как нельзя нажимать. Было. Так, все, подписчик, я свалю. Все. Я ухожу, Димасу. Так, Димас, я к тебе бегу. А где ты? Я потерялся? Ты потерялся? Мы потерялись. Опа! Чика стоит. Так, обратно возвращаться, тут ничего. Тебе, Димон, это. Чика омлет несет. Блин. Кого там напугали? Да меня, блин, Чика убила. Опа, лезет уже. Димас, я сзади тебя. Смотри, а, вы гуськом ходите. Смотри, там уже... О, реально я дернулся. Даже Кэт Макс умер, который кнопки жмякает. Офигеть. Чётенько, ребята, выживаем. Ставим лайкосики, тогда мы точно выживем. Так, здесь была... Здесь ты был. Вот, был мой. Давай проваливай отсюда, а. Дай ему фотоаппаратом по голове. Вот, он ушел, видел? Ушел. Я его посветил. Ай, марионетка пришла, Димас, аккуратней. Где? Она в нашем этом... Вижу, вот. Вижу, заглядывает. Я пошел по вентиляции, сейчас я буду по пиццерии побегаю. Так, хочу просто... Ух! Нифига себе, Чика и Мангл, и Фредди, все пришли одновременно. Ничего себе. Классно, вам там вообще хорошо, лучше всех. Очень имбово. Ага, я пока побегу по пиццерии, а вы там выживаете. Все хорошо, тащим. Так, Фредди, кстати, уже на сцене, он вернулся. А потом марионетка тоже вернулась. Мангл нету. А не, Мангл тут тоже. Марионетка ушла. Опа, да. Вижу, Кэт Макс летает здесь, фонариком подсвечивается. Все, так, ушли, Дима, наконец-то. Пошли гулять. Так, на, держи, Дима. О, давай веревками не будем цеплять, вылетит опять. Ща. О, передо мной прям дверь закрылась. Смотри, Дима, сейчас я его куда положу. Ага, не получается у тебя, пойдем. Если бы ты очень быстро пробежал бы, то ты бы, скорее всего, не выжил. Так, идем на сцену. Так, челик наш умер. Видишь, они не убивают меня. А! И потом подарить кому-нибудь? Давай, а ну ложи в тарелку. Тарелку. Так. Чё-то не ложится. Дима, невидимая стена. О, положил. Тарелка высокая. С горем пополам. На! Кого убили? Ты, а чё не так с игрушкой тебе? Не знаю. Она там висит. Так, пойдем. Пойдем, Димас. Да тут невидимая стена, не могу выйти. О, вышел. Вышел. Так, игровые автоматы. Оп! Нерабочие. Да, плохо все очень. Короче, знаешь, в чем смысл? Когда управляет человек, и мы тут, он ничего нам сделать не может. Ага, да, пойдем возвращаемся тогда. Идем. На базу. Так, сейчас, подожди, здесь у нас очередь в туалетах.
Понял. Мангал, давай уже быстренько, раз, раз, и мы идем. Пожалуйста. Я пройду, Дима, смотри, раз. Не, не сможешь, не сможешь. Или сможешь? Не, давай не я. Смогу. Давай. Прошел. Четко, блин, тебе повезло. Я не пройду. Я успею, я успею. Кто умер? Что? Ты вас видел? Я успел забежать в последнюю секунду. Посмотри, как я лежу, где вот где Чика еще находится. Она тебе на голову наступила. Она прям на голову мне на это, ну, да. Четко, четко. Мы такие с фотиками бегаем, фотографируемся. Так, сейчас у меня есть кое-что. Можно зумиться даже, вот зум приближаем. И видно рожу. Рожу. Ни рожи, ни кожи. Видно лицо этой Чики. Так, Димас, это мы куда сейчас полетим? Давай заходи. Заходи. О. Ты понял, да? Смысл? Шикарно, да. Класс, пацаны, пошлите. Ты чё? Куда смотришь, Чика? Мы тут-то. Ты видишь нас? На, тебе получай. Так. О. Блин, застрял, Димончик. Ты, Димас, молодец. Ты жирный. Это я. Ого. А это откуда взялся? Надо валить. Смотри, какой аниматроник. Где он? Тут был аниматроник какой-то здоровый. Ой-ой-ой, Мангал. Дима, давай, там... в портал. Там был из третьей части аниматроник Фокси такой. Мишка не пролазит. Я его вижу здесь, но он не пролазит в портал. Почему? Все хорошо? Хорошо. Да, у меня все отлично. Так. Идешь? О, я вижу тебя. Здорово. Как у тебя дела? Хорошо. Как у вас тут? Лучше, чем у меня, да, правда? Да-да-да. Смотри, смотри, аниматроник впереди какой здоровый. Ого, жирный. Ага, это Фокси из третьей. Кстати, Димон, раньше эти не приходили аниматроники. Это уже Кэтмакс включает разных... С разных частей. Я не помню, что по сюжетке приходили вот эти аниматроники. Ну, теперь... А у нас же не сюжетка. Теперь приходят, да? У нас этот, Custom Night, у нас все аниматроники. О, да хватит! Ага. Да, я живой, меня такое не берет. Так, а я же этот был. В нормальном, защищенном месте. Меня убило. Как? Вот так. О, правильно, Димас, правильно делаешь. Давай, уходи. Так с ними и надо, со всеми. На, прям взрыв в ней. А не. Так. О, прям четко кинул. Смотри, удалитель. Я видел только тень спингтрапа, я его самого не видел. Блин, так, рикошет. О, давайте бомбами сейчас забросаем. Давай, место. Дима, давай спамни бомб, или давай я. Погнали, раздача давай. Бомб. Слышишь? Да-да-да. Что за звуки стрёмные? О, камнепад. Да что такое рикошет? Бомба-пад, так. Димончик, да, блин, ты... извини, не хотел. Вот я как раз, да что оно рикошетит, это какие-то говняшки. Ой, тут невидимые какие-то пропы. Бросаем, бросаем, много бомб. Сейчас мы ее взорвем. Она сейчас взлетит на воздух просто. Ого! А, что случилось? Смотрите, что? Что, что? Кап что? Мы сдохли. Мы все померли, так. Мы сейчас сдохнем точно. Я чьи-то глаза вижу здоровые. А, на. Фокси. Хорошо. Что тебе еще? О, на. Говняшка. Смотри, сколько штук, Димон, пришло. Раз, два, три, пять, десять, шесть. Еще вентиляции. Два баллонбоя. Смотри, не... А что, так можно было? Раздвоение личности у вас, пацаны, еще. Три. Ушли вдвоем, вместе ушли. Четко, четко. Блин, прикольная Custom Night у нас получилась. Я их сжигать буду, Димас. О, понял? Давай. Пойдем. А где такой огнемет ты взял? Классный, да, огнеметище? Класс. Это в паке Тайбокс Classics. Так. Жги, жги. Сжигаем всю пиццерию, ребята, не оставляем ничего. Дезинфекцию, ребята, делаем, чтоб не было микробов. Так. Жги, жги, все. Блин, так красиво смотрится. Так. Отлично. Чё-то никого нету.
Димас, кажется, я тебя убил. Вот так, да, значит? Хорошо, сейчас. О, Димас, какая, смотри, какая базука у меня есть. Смотри, смотри. Смотри. Вот, теперь все четко, дезинфекция точно произведена. И я думаю, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.